Это греческий фикс-прайс. Все по 1 евро. Что здесь разнообразно более? Да, смотри, мочалки вон тоже. Ну, мы тоже, например, за евро слышали. Мыльца. Доска пластиковая. Смотри, как мы покупали по 39 с тобой на битье. Угу. То же самое, получается? Да, то же самое, только выбор больше. Нет, не про выбор я, не О, вот эти вот стаканчики. Все знают вот эти вот стаканчики? Ну вот эти, я что-то не припомню. Вот у меня такие стаканчики. Какие? Вот такие. Я их не покупал. Полотенце бумажное. Ножки для конверса. Я думал, фикс прайс международное название. А здесь все по 1 евро. Тут выборы как-то больше. Тут просто цена. Все евро, да? Только выбор гораздо будет. Кириш, он тоже фикс прайс у нас нравится. Ну круто, круто, ладно. У нас такие же там, да, продаются? Доллари. Салфеточки. Амстердам. За Нидерланд. Вот штуки. Кулинарный мешок. Одноразовый, наверное. Здесь нет, а вот в старом городе там много всяких бутиков. Ну, как объяснить, вот выйти отсюда и налево. Там начнутся там магазинчики, кафе и как бы к пляжу идти. Ага, хорошо, спасибо. Угу. Фикс-прайс, значит. Вот ведерки мусорные, такие же, как у нас. А, кстати, да. Абсолютно такие же, по-моему. Что это вообще, декор или что это, каменные яйца? Смотри, что это? Ну вот еще. Да нет, это, ну, они каменные, полированный камень просто. Ну, раз лежит с декором, значит, это декор, наверное. Так, ушечек можно прикупить. Если мы купим стол стеклянный, угу, туда можно насыпать. Я не вижу, наверное, стол сыпется. Это прикольно, а в другом смысле я не вижу этого. По дому рассыпать. Что вот это такое интересно? Цитрона, как это? Это камарин. Я вот такие ни разу не видел. Какие-то свечи, какие-то палки вообще. Какие-то ведерки даже вот. И там свеча. Ну это понятно. Массажеры, такие же, как у нас. Я даже не знаю, а что это вообще? Сушилка.
вентилятор для лесбины. Купи себе для коллекции. Тебе фонарик есть? А это, наверное, универсальный пульт. Боксеры? Прищепки. О. Это как носить ты? Не знаю. А вот это зачем, интересно? Это чтобы писать, что ли? И не замочить. Наклейка на карман. Пепельница. Строчки за руку. А это, смотри, дудок, чтобы наливать типа вино или вообще что угодно. Mm-hmm. Опа. Прикольно. Все. Дудок. Это не моя дудка. Угу. Только нам нужно покрасивее. Немножко. За карьер. У нас из... Да, мы в Икее покупали такую. Стаканчики, кружочки. Это баслончики, как я вчера. И шляпки Дилии Никеевой для мороженого, эскимошки делать. Угу. И губки, что мы вчера еще купили. Хорошие мы вчера купили, там я. Да. Утки есть. Утки. Для ванны. Ну это бриться раньше такие были, не знаю. Ну, сейчас никто, сейчас никто не пользуется. Не попытаюсь таким пользоваться. Мне как красиво купили. Не помню. Да. Помады гламурные, это вообще. Ну. Ну что, платим? Да. 3 евро. Доходим. 3. Спирал ты, я по телефону думаю.